Более 1200 домов, то есть 15% собственников Ивановской области, выразили желание аккумулировать свои деньги на капремонт не у рекоператора, а на спецсчете. Однако у банков такие инициативные граждане никакой особой поддержкой не пользуются. Председатель одного из ТСЖ даже обратился к властям. Деньги исправно кладут в крупный банк под 0,1%. По сути, средства обесцениваются. В правительстве региона собрались все стороны вопроса, чтобы выяснить, почему банки не идут навстречу собственникам и не увеличивают процент. Это как раз самая активная, самая сознательная часть граждан, которые сформировали спецсчета, которые хотят индивидуального к себе отношения, потому что у них особое отношение к своему дому, к своей собственности, и мы хотели бы их поощрить, тем самым повысив и интерес остальных собственников переходить на спецсчета, им самое главное получить адекватную отдачу от размещенных своих средств.